А что делать, если появился синий экран при загрузке Windows XP? В данном случае синий экран с параметром ED, то есть 0x00ED, который говорит о том, что какая-то неполадка с файлами файловой системы и файлами на жестком диске. Вот, чтобы данную ситуацию устранить, нужно сделать следующее. Нужно, значит, любого загрузочного диска запустить командную строку и ввести параметры командной строки chkdsk с параметром r, f и r. Вот. Ну, на данном случае я уже все это сделал, запустил, то есть вот запустил такой параметр, значит, chkdsk c двоеточие slash r. Вот он писал, что файловая система RAV, и вот он пошел, значит, делать установление. Загрузился с диска LiveCD, выбрал командную строку. Можно, конечно, все это сделать проще, зайдя в утилиты HDD, check disk и проверка диска. То есть произойдет, в принципе, то же самое с параметрами восстановления. И все это дело запустит и будет проверять. На данном моменте уже половина дела сделана. То есть вот сейчас дождусь окончания и покажу результат запуска своей операционки. Ждем. Вот как мы видим, процесс завершился. Вот сейчас попробуем перезагрузить и посмотреть, что из этого у нас. Из всего этого получилось. Диск обычный LiveCD 2012 года сборка. Но, в принципе, это не суть. Главное, чтобы была командная строка, в которой можно ввести данный параметр. Напомню, параметр chkdsk c двоеточие slash r. Это при условии, что диск C – это диск вашей системы. Вот как мы видим, Windows загрузилась. Всем, по-моему, помогло данное видео. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!